Здравствуйте, дорогие телезрители! Приглашаем вас на передачи «Вегетарианство. Благородный образ жизни» на телевидении высочайшего мастера. Меня зовут Лена, и снимаем мы передачу из Оттавы, столицы Канады. Сегодня я приготовлю русский салат «Оливье». Для нашего оливье нам понадобится где-то 5-6 соленых огурцов, 2 средние вареные картошки, 1 вареная морковка, где-то 1 стакан зеленого гороха, где-то половина стакана бобов манг, горчица, сметана. Обратите внимание, что у меня сметана из сои. Потом у нас майонез вегетарианский. В майонезе нету яиц, черный перец и, самое главное, вегетарианская колбаса. Также можно лимон. Начинаем с вегетарианской колбаски. Режем ее на маленькие кубики. Я надеюсь, что это нам хватит. Я предпочитаю потушить колбасу, она вкуснее. Так что для этого нам нужно немножко масла, где-то 1 ложку масла растительного и немножко водички. Кладем вегетарианскую колбаску и тушим где-то пару минут только. Не забыть помешать колбасу вегетарианскую. Пока колбаса тушится, можно почистить картошку. Снимем все черные пятна. По-моему, колбаса уже готовая. Похоже, что колбаса уже стушилась. Вкусно пахнет. Сыпаем все в большую миску. А сейчас варим бобы манг. Я их заранее помыла. Окей. Заливаем водой. И варим где-то на минут 20-30. Обычно их лучше замочить на пару часов. И сейчас мы режем овощи. Режем все кубиками, примерно одной величины. Тогда салат вкуснее и красивее получается. Картошка липкая, после этого нужно руки помыть. Сыпем картошку в миску. Режем соленые огурцы. Когда бобы начали вариться, их нужно ставить на медленный огонь. Кладем огурцы в салат. И так продолжаем со всеми овощами. Чистим морковку. Салат оливье был изобретен в 1860 году в ресторане при Эрмитаже. И с тех пор он стал очень популярен в России, в бывших республиках России и также за пределами России. Режем морковку. Добавляем нарезанную морковь. Пока бобы варятся, мы возьмем маленький перерыв подышать зимним воздухом. Наш перерыв закончился, так что продолжаем с готовкой салата. Горох сварился. Его нужно размолоть хорошо и добавить в салат.
И это будет вместо яиц, потому что мы не употребляем яйца. И даже лучше для здоровья. Добавляем зеленый горошек. Это, наверное, будет очень много, так что я не все добавлю. Майонез. Сметана. Горчица. Черный перец. Лимонный сок. Соль. И все это мешаем. Я добавила немножко вегетарианского майонеза и сметаны, потому что было недостаточно. И сейчас все мешаем. Да, нужно все хорошо перемешать. Если вам нравится, вы можете также добавить лук. Он придает острый вкус салату. Наш салат готовый, так что можно его подать. Чтобы он выглядел красивее, можно выровнять, придать ему форму. Итак, наш салат готов. Я надеюсь, что вам понравится наша версия вегетарианского оливье, и вы его приготовите дома. Спасибо за ваше внимание на вегетарианство, благородный образ жизни. Я вам желаю счастья и любви.